разоритель. Я хочу воды. Вчера, когда я Монике сказала, что мы не можем выполнять ее все желания, все, что она хочет, она сделала вид, что она упала в обморок. Да. Так, ребят, мы сегодня празднуем Дениса день рождения в Дакоме парке в Анталии. Да, мы ждем ребят, я сказала так, в парке миниатюр. Очень интересно, мы даже много раз снимали. Дайте что-нибудь поближе покажу. Раза два точно было. Классно. Все очень красиво, всем советуем. В Стамбул бы поехать, да? А вот тебе. Это все... А, ну да, вот хотите в Стамбул, но вы в Анталии, так хоп. И все, и вы в Стамбуле. Все очень просто. В высоту где-то, наверное, 1,5-2,5 метра это все. А у нас, кстати, покажи наш семейный лук. Okay. Нет. Чеснок. У нас просто идеальное совпадение, просто так получилось. Папа, Санта. Пап, не залазь туда. Пожалуйста. Она сама хочет залезть, наверное, да? Нет, туда нельзя залазить, тут вот эти штучки стоят. И Денису исполняется. Кто угадает, сколько исполняется Денису, пишите ваши варианты. 28. Вообще-то это мне столько, не коси под меня. Вот, уже одна подсказка, Денису точно не 28. Денис моложе. Как быстро посмотреть все миниатюры в парке? Здрасте. Здрасте, Смотрим. Смотрим. Распаковка подарков. Тортик уже задули без вас. Такие фейковые. Зеленый чай с жасмином. Денис нажаловался, что... И у Наськи тоже Аризона. Знаешь, почему Аризона? Откуда вы знали? Сейчас мама прочтет. А то люди не поверят, что у нас у двоих Аризона теперь. При том, что я не выбирала по надписи Аризона, я просто выбирала, ну, типа... Кофта. Круто. Блин, прикольно, мы теперь команда. Здесь деньги, вот я. У нас самая медленная доставка в этой жизни. 1:20. Там очень много людей. Оправдываются, оправдание. Там очень долго мы. Мы уже... Ты плохо работаешь. Да, очень плохо, одна звезда. А ты садись, смотри, сколько у нас места, полстола. Сумки, садись, там ходи. Это наш не турецкий завтрак. Да, совсем. Ням-ням-ням-ням, ну вы попробовали. Хорошо. Настя, не пробовала. В общем, весь парк в столах. В людях, которые едят. У меня другая есть. Мы же немножко переместились. Кто это наше солнышко? Это красота. Сюрприз на голове. Ну, отойди немножко от красоты. Такая красотища. С днем рождения тебя! И наверху красота. Здесь можно еще лежать на пледике, вот так вот смотреть. О, знакомые люди попадаются в кадре. Моника занята там сегодня. Очень сильно занята. Ребята, у нас продолжение прогулки уже около дома. Все разбежались, всех забрали в одном из парков. Смотрите, кто у нас тут гуляет. Это гусь. И он домашний. То есть такой не для еды, а для удовольствия. И он ручной, его можно гладить. Вот так вот сделаю. Опаньки, все. А на этой пальме банановой в прошлый раз росли бананы. Да. В этом году то ли сняли уже. Мне кажется, уже детишки подорвали. Тут школа, может, детишки в виде Дениса Андреевича. Это массаж уш. Это мы сколько тебе? Сколько мы папу тянули за уши? Так сейчас люди узнают, сколько лет Денису Андреевичу. Ох уж эти мужчины, которые скрывают свой возраст. 28,5 хоть? С хвостиком. У тебя там массажист в ушах. Застрял. А, ухажер. Уши покушаем. Гусянок? Ну иди, попробуй, если разрешат. У нас тут тусовка, все там вон на столиках сидят. Как мы сегодня сидели, тут тоже такие столики. А гусь не дурак, он нападает на Монику, а на взрослых нет. Вот такой странный гусик. Мне кажется, ему уже просто много раз доставалось от детей. Такой прикольный.
Что они мне кадр выгораживают? Кусается. Кусается? Как ли? Моника кормит гуся и что-то рассказывает. А, купи гуся, только одного, я поняла. Я по жестам поняла, Денис, что Моника просит. У нас вот тут уже один гусенок замученный. Куда-то тянет. Чирка, передай привет. Скажи привет, подписывайтесь все на нас ТВ. Привет? Привет. Эти мои маленькие вытягиваются. Такой добрый, он сейчас только что общипывал всю Монечку. Он общипывал, он как это, как облизывал. Ну да. Я подошла поближе, но у меня собака. Собака на кустах сидит. Ты видела, как мне вот так вот хватает, это клапывает вперед, на, потрогай лапки, прикольные. Вон он обкусывает, да? Как наш чилик тоже клюется, кусается. Понятно. Да, настоящий гусенок добрый. Куда ушел? Я хочу дальше тебя поклевать, да? Он в лицо не клюнет? Моника сегодня всех перегладила. Как будто не у Моники, не у папы день рождения, а у Моники, да? Ты тоже можешь погладить, что стоишь. Смотри, главное идет за ней. Да. Ой. Он с ней подружился, потому что ее можно клевать. Прошло неделя после дня рождения. Давай. Несколько подарков мы не засняли у Дениса. Что-то ткань. А это что? Пришло время подарить. А я знаю, что есть. Что-то продолговатое и твердое. Я сейчас подумал, что это шоколадка. Вытаскивай. Это пультик, что ли, чего? Управление женой. Давно пора было такое сделать. О, что-то тихо. Даже Монечке интересно. Конечно, Монька любит подарки. Мне интересно, что получается. Вообще еще у Дениса была крутая бритва, которая... Это, наверное, подарок от подарка. А я сейчас подумал, что это измеритель там вот. Типа, знаешь, что соответствует. На мышеловку похож. Я так и не понял, что это. А это, наверное, подставка для телефона, может быть? Ну, я не знаю, вот что тут на турецком вот что-то написано. Фикстор такой-то. Фикстор. О, смотри. Монечка говорит, что это вот все. Это подарки тем, кому за 25. Чего ты интригу ломаешь? За 25. И это не жилет, чтобы прыгать с парашютом. Вот это подарки, это я понимаю. Мне, пожалуйста, это, как сказать, комплекс анализов и врача на день рождения. Да. Так, наверное, правильно. Я так хочу нам крутую квартиру, чтобы я могла снимать влог. А Моника хочет сказать. А мы не можем сегодня как найти квартиру. Ты понимаешь, что еще один фиг оденешь, да? Почему? Там разные размеры, наверное, я думаю, они перефиксируют. Получается, вот. Еще сильнее глаз. Что-то пошло. Что-то пошло не так? Помогает? Прищепочка такая, да, чувствуется немножечко напряжение. Скай нашлась. Все, пока-пока!